всем подписчики, с вами я, Даниэль. Сегодня я вам расскажу о моих зубах. Нижний у меня очень сильно прям, верхний прям шатается, у меня вообще сильно прям шатается. Прям, это прям жестко, просто жестко. Он у меня шатается вообще как это, как тоненькая такая просто бумажечка. Такая. Пим-пим-пим. Думаете, куда делись мои зубы? Фея забрала. Я когда положу один зубик, она забыла забрать. А потом, когда на следующую ночь я еще раз положу, она мне целую 1000 дала. А потом я положу второй зубик под подушку. И потом в пакетик я положил зубик. И под подушку потом пакетик этот. И потом, когда я заснул, проснулся днем, она не положила меньше 200 рублей. Это получается, когда 100 она мне дала. И еще 100. А потом... Не, то есть, ходи уже потом, как это, первый зуб она мне вырвала, вот этот вот верхний, она мне вырвала так, очень хитрым способом. Она, короче, пока моя мама думала о веревке, она вот так вот взяла, раз, два, и уже вырвала. Я сначала офигел, мама офигела, я был просто в шоке, мама в шоке, короче. Ну что, как видите, теперь у меня зубов нет. Но зато полные карманы денег, просто полные, наполненные деньгами просто. Как же я обожаю зубных фей. Мне прям уже жду, когда у меня будет очередной зуб вырвет. Я думаю, уже будут не денежки, а что-нибудь такое полезное, знаете? Вот такое вот что-нибудь полезное, знаете? Вот такое вот. Просто лайк будет, лайк, лайк, лайк. Ну что ж, ребят, до свидания. Всех люблю, целую, пока.